да, очень приятно, очень неожиданно вообще, как бы, что дети в таком раннем возрасте, по крайней мере, знают меня и вообще как бы много о хоккее знают. Наверное, может быть, мне этого где-то и не хватало. Тут уже возраст еще постарше, даже 7-8. Возраст, когда нужно начинать узнавать, скажем, тренироваться и, наверное, болеть, как болельщики за хоккей. И тем более в этом городе, где хоккей, наверное, номер один всегда. И чтобы не знать хоккей, я думаю, это такого не должно быть. Мы знаем, где плюсы, где минусы, пытаемся найти, опять же, варианты, чтобы улучшить и школы, и спортивные площадки и так далее, по всему городу, чтобы был такой ажиотаж. Ну, конечно, спорт, наверное, в первую очередь здоровье, наверное, и в данный момент я, опять же, занимаюсь с детьми и пытаюсь, чтобы у них что-то получилось достичь. Сейчас, тем более, такое время, что спорт – это все, наверное, сейчас. Thank you.